кушай, кушай. Яблоки, тыква. Вот ты что хочешь, да? Иди сюда, иди ко мне. Иди ко мне, ну, иди. Иди сюда, иди, моя хорошая, иди, моя сладкая. Иди, 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 ну, смелее. Иди, да, 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 да. На морковку взяла. А, не могу понять. Лапками держим и кушаем. А, еще и маску, да, еще обмажусь. Когда им очень нравится, они еще себя натирают. Машка так у нас даже в каше лицо моет. Придет так бум, лицом в кашу. Надеюсь, тарелки поменьше, скажи. А финики вон так лежат на полу. Скоро наши все проснутся. Будете переговариваться по воздуху. Вас у нас много. Да сегодня в центре Велес 25 медведей. 20-25. Три бессонницы мучает. Хотя тоже пытаются. Ничего, на следующий год и вы спать будете. Откормим, научим. Вот так, вот так, вот так. Интересно, хвостиком, а что с ним сделаем? Выкинем. Крошечки съедаем. Вот смотрите, там этот стебель, кусочек. За него держит, а морковку отгрызает. Все, стебелек выкинул. Нет, говорит, это не едят только, говорит, оранжевые. И потом скажите, что они не... Как это? Не выбирают. Вот здесь палочка. Вот, смотрите, палочку отрывает. Пытается. Кушаем, а? Кушай.
веселее стали кушать все. Так что будут нормально есть. Скажи, чего же скажи, плохого-то скажи? Нет, сладкие яблоки. Почему же нельзя? Ой, что так? Что так? Убегает. Держи крепче. Круглый, да. Палочку откусывает и съел. Это Потапочек обычно яблоко съедает или грушу. А палочку потом выплевывает. Она у него во рту остается так. А это, смотрите, сначала палочку отрывает, потом кушает. Скажи, это не едят. Кто их учит, непонятно. Палочку есть не надо. Да,